Строительная компания социальных объектов по линии ОНО «Евразийская интеграция» выходит на финишную прямую. К завершению подходят работы еще на 4 объектах. Ход строительства по-прежнему на контроле у депутата Госдумы России Алексея Журавлева. Подробнее в следующем сюжете. В феврале этого года детский сад «Бубуруза» открыл свои двери для маленьких постояльцев. Сейчас здесь с утра до вечера детский смех и, как положено, по распорядку дня обеденный сон. Внутри здания тепло, светло и уютно. Снаружи табличка «Владимир Владимирович Путин в дар Приднестровью». Такие слова ко многому обязывают, говорит руководство евразийской интеграции. Как минимум обеспечить самое высокое качество выполняемых по программе работ. Это будет достойный уровень. Ну, действительно достойный. Он сопоставим не только с Российской Федерацией, но и вообще с мировыми стандартами. Единственная проблема, с которой столкнулись в детском саду за время его работы – эксплуатация современного оборудования. Персоналу необходимо спецобучение. Никто не имеет опыта обращения со столь современной техникой. На остальных объектах сейчас ведут отделочные и монтажные работы. В будущем педиатрическом центре готовят операционные помещения, послеоперационные палаты и отделения интенсивной терапии. Все проводимые здесь работы должны соответствовать самым высоким нормам качества. Ну, оборудование у нас 100% завезено. Оборудование завезено полностью по всем разделам технологии. Это что касается медицинского оборудования, медицинской мебели. Все находится на складе в Тирасполе, ждет своей очереди под монтаж. Завозить оборудование в уже готовые центры, больницы и детские сады планируют ближе к осени. К этому времени должны полностью завершиться работы на 4 социальных объектах. Наталья Цыко, Александр Чебан, Первый Приднестровский телеканал.